Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле! Наверное, никого уже не удивить, сегодня мы опять будем разбирать песню Алены Швец, на этот раз «Ведь у нас сжигают». Я не знаю, почему в последнее время так полюбила ее творчество, но во всяком случае вы сами пишете, что разобрать, я разбираю и все в шоколаде. Поэтому ничего нового, бери укулеле в руки и погнали учиться! Но перед тем, как ее разбирать, давайте ее послушаем. О, как ты могла меня променять, о, Господи, как тебя понимать. Твои синие глаза чудеса, умираю третий день, кто сказал, так нельзя, отстань. Ты болезнь, ты есть, меня нет, делаешь себе царапины и лезешь на свет. Пощади меня, пощади меня, девочка, рассвет с капелькой нектара, с капелькой яд. Площади горят, площади горят, видимо, сжигают, видимо, на этот раз забыли тебя, тебя. Видимо, сжигают, видимо, забыли тебя. Видимо, сжигают, ведь... И, как всегда, песня состоит из четырех аккордов. Первый аккорд — аккорд си бемоль, или по-другому ля диез. Мы ставим баре на первом ладу, зажимаем третью струну на втором ладу, и четвертую струну на третьем ладу. Следующий аккорд – аккорд F. То есть, ну, тут рассказывать в принципе нечего, потому что аккорд самый популярный. Ну, во всяком случае, вторую струну мы ставим на первом ладу. И четвертую струну на втором ладу. Далее к этой конструкции добавляем третью струну на втором ладу. И получаем аккорд DM. И четвертый аккорд мы ставим третью струну на первом ладу и оставляем четвертую струну на втором ладу. Аккорд А, по-другому ля. Си бемоль, фа, дм, ля. Разбор на укулеле. Теперь разберем бой и перебор. Все куплеты играем мы при помощи перебора. Ведь куплет состоит из двух строчек, я не знаю, там, супер куплет. Во всяком случае, мы играем перебор 4, 3, 2, 1. Один раз на один аккорд. И получается... И эти аккорды с перебором мы повторяем до слов «твои синие глаза». Ля-л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 я
та-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 та
Отлично, с этим, в принципе, понятно. Если что-то непонятно, как всегда, раздаточный материал в описании. Если что, посмотрите. Вот, со слов «твои синие глаза» у нас начинается бой. Бой тут, на самом деле, интересненький, наконец-таки, потому что цепочку ударов мы делим на два. По-другому, один рисунок боя мы играем на два аккорда. Целый рисунок боя у нас звучит как вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Но прикол в том, что вот этот бой мы делим на два аккорда. На первый аккорд у нас будет вниз, вниз. На второй аккорд у нас уже будет вверх, вверх, вниз. То же самое потом вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Получается. Твои синие глаза, чудеса, умираю третий день, то сказал, так нельзя, отстань, ты болезнь, ты есть, меня нет, делаешь себе царапины и лезешь на свет. Разбор на укулеле. Тут можно делать всякие примочки, как и я вам показала, что, допустим, на слово «лезешь на свет» мы можем сделать заглушку. Делаешь себе царапины и лезешь на свет. И таким образом мы перебором играем куплеты. Золотые строчки. Со слов «твои синие глаза» у нас начинается уже бой. И припев тоже играется боем. Вроде как-то так. Там можете всякие финты делать. Можете добавлять там голос, звание, как делает этот оригинал. Можете придумать что-то свое. Но, во всяком случае, песню таким образом мы разобрали. Вот все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравился этот разбор, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если до сих пор не сделали. И также оставьте свои комментарии. Что зашло, что не зашло, какую песню разобрать мне следующий. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!